Сави Бардук – подростку из Басарабяски, 15 лет. Диагноз – гипертрофическая кардиомиопатия с синдромом ВПВ был поставлен ему вскоре после рождения. С тех пор родители мальчика и врачи борются за его жизнь и здоровье. Когда стало ясно, что без операции на сердце не обойтись, мама Савушки, Надежда, начала сбор средств на эти цели, к которому присоединились тысячи людей. Всем вместе им удалось собрать необходимую сумму, и в возрасте полутора лет малыш был успешно прооперирован в одной из клиник Германии. Когда я пришла в реанимацию, все вот это вот переоделась, ну, много деток лежит, и смотрю, а мой сидит. С него вот эти трубки здесь за шею зашиты, вот с этой стороны, да, зашита прям целая гроздь. Ну, катетер и целая гроздь вот подсоединений капельничных, и он сидит, и такой очень хмурый, и у меня от радости вообще слезы брызнули просто из глаз, я была очень счастлива, что все хорошо. Быстро восстановившись после операции, Сава рос и развивался, как обычный мальчишка его возраста. Но когда ему исполнилось 5 лет, болезнь сердца вновь дала о себе знать и с годами стала прогрессировать. Он уже пошел в детский сад, и получилось, там где-то крутился бух, упал, стукнулся что-то, и вот приступы. Воспитатели мне звонят. Мы, получается, живем здесь вот садик, дом, и я работаю. И школа, ну уже школа дальше. Да, все в таком доступе, чтобы я быстрее могла прибежать, чтобы я вызвала скорую, и максимально быстро можно было ему помочь. И приступы у нас периодически, они по сегодняшний день есть, эти приступы. Сейчас я вот спускаюсь по лестнице, и у меня сразу одышка, как будто я пробежал очень много. Тяжело. Да, все сосла прям сильно. Да, я больше лежу. Саву консультировали десятки врачей – кардиологов, аритмологов, невропатологов и кардиохирургов. Все пытались помочь, но признавались в том, что такую редкую патологию в нашей стране не лечат. Надежда вспоминает, как вместе с мужем они с замиранием сердца ждали вердикта ведущего кардиохирурга Молдовы, на которого возлагали столько надежд. Доктор долго, он минут 45, наверное, смотрел, и он сказал, что операция нужна, операция срочная, операция сложная, многокомплексная. И мы спрашиваем, вы могли бы взяться за эту операцию? Он сказал, да, я бы мог взяться, но я не даю никаких гарантий, раз, и два, и приступы он не сможет устранить, потому что для этого нужен какой-то, в общем, еще медицинский аппарат. И как бы страшно не буду вам говорить, как он сказал, но мы не могли тогда дышать с мужем. Единственным шансом на спасение мальчика была операция за границей. После долгих поисков, согласований и переговоров была достигнута договоренность с той же клиникой в Германии, где оперировали Саву в первый раз. Но счет, отправленный семье, оказался просто огромным – 64 тысячи евро. На сегодняшний день он еще выше – более 68 тысяч. Это вообще, я не знаю, я в шоке была полнейшем. Думаю, ну, в два раза больше, чем предыдущие года. Правда, я вот знаю все мои родные, я хотела избежать вот этого массового сбора. Потому что я знаю, какое тяжелое положение у людей вообще в нашей стране. Я думала, я буду обращаться в фонды. Я действительно обращалась в фонды. У меня есть несколько списков. Вот. И когда мне стали приходить ответы, что госпожа Бардук, извините, мы не можем вам помочь, потому что мы не помогаем в индивидуальном порядке. Когда я уже поняла, что фонды отказывают, а время уходит, мне просто ничего не оставалось сделать и выйти к людям с протянутой рукой. Это тяжело, очень тяжело. Тяжело всей нашей семье понимать это, но у нас нет выбора и выхода нет. Первый призыв о помощи Надежда разместила в соцсетях в середине февраля. И деньги стали поступать, причем иногда с совершенно неожиданной стороны. Я вообще первые дни просто плакала. Вот муж не даст соврать, потому что он и сейчас плачет, потому что
Это очень много людей откликнулось. Наши бессарабские люди, которые уехали, кто в Европе, кто в России, кто в Америке. И все хотят помочь, и все... Пусть это столько, сколько могут, и присылают это. Ну, это очень трогает. Но я настолько благодарна, что все откликнулись. Все помогают. К сожалению, пока этой суммы недостаточно. Сбор средств на операцию для подростка из Басарабяски объявил и благотворительный фонд из Румынии. Совместными усилиями на данное время удалось собрать порядка 87% от стоимости лечения. Но записаться на операцию можно только после оплаты всего счета, а время работает против Савы. Совсем недавно его пришлось вновь госпитализировать, так как врачи предупредили, сердце, которое работает лишь на 30%, в любой момент может остановиться, не выдержав нагрузок. Я прошу еще у людей, наверное, не знаю, терпения, потерпеть. Мы соберем сбор, потом мы будем опубликуем, что у нас все хорошо. Нас сделают нам операцию, и Сава будет здоровый, расти, жить дальше, мечтать, как все дети, понимаете, ходить в школу, и мы будем радоваться его успехам. Поэтому просто вот прошу, наверное, не знаю, терпения у людей. Ну, я думаю, что если сделают операцию, смогу дышать легче. А кем ты вообще мечтаешь стать, когда вырастешь взрослым? Программистом. Почему? Получается. Интересно создавать. А вот, допустим, ты станешь программистом, какую бы программу ты хотел создать? В плане, ну, в помощи, благотворительности, наверное. Как сказать, люди, которые здоровые, счастливые, потому что здоровые. Мы тоже будем здоровы, да, Сал? Да. И будем счастливы, все будет хорошо. Те, кто хочет помочь Саве Бардук выздороветь и стать счастливым, могут перечислять деньги по указанным ниже счетам.